По поручению прокуратуры Ульяновской области, прокуратура Ленинского района города Ульяновска провела проверку по факту строительства здания рядом с городским лицеем при Ульяновском государственном техническом университете. В ходе проверки выявлен и пресечен ряд нарушений законодательства. Более того, само возведение здания на данном участке, по мнению органов прокуратуры, является незаконным. Тему продолжит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Установлено, что в феврале 2018 года администрация областного центра передала в аренду обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Альпы» земельный участок площадью около 5000 квадратных метров по улице Радищева, 102А. Данные действия были совершены органом местного самоуправления в связи с продажей лицеем названной фирме, закрепленного за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, нежилого незавершенного строительством помещения степенью готовности 27%, так называемый пристрой к школе номер 4. Вместе с тем прокуратурой выяснено, что указанный объект более 5 лет назад был снесен. При таких обстоятельствах заключенный между управлением муниципальной собственностью администрации города Ульяновска и ООО «СК «Альпа» договор аренды земельного участка, якобы для завершения строительства по сути воздуха, является незаконным. Более того, в нарушение требований закона сделка по отчуждению имущества была осуществлена без проведения процедуры торгов. В связи с изложенным прокуратура Ульяновской области направила в региональный арбитражный суд исковое заявление о признании недействительными договоров купли-продажи объекта незавершенного строительства и аренды земельного участка, а также соответствующего постановления администрации областного центра. При этом, не дожидаясь рассмотрения иска прокурора Ленинского района города Ульяновска о признании незаконными указанных действий администрации областного центра, орган местного самоуправления уже отменил разрешение на строительство здания, выданное должностными лицами обществу с ограниченной ответственностью СК «Альпы» 25 мая 2018 года. Ситуация продолжает оставаться на системном контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.